Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Infa. Перед нами Poco M4 Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе установить анимированные обои. Для этого нам понадобится TikTok, которым все и так пользуются, а также дополнительное приложение, которое называется TikTok Video Wallpaper by TikTok, или же анимированные обои TikTok, которое официально от компании TikTok. Мы заходим в наш TikTok, самый обычный, не в TikTok обои, и вписываем в поиске что-то типа обои, или просто, ну, находите в TikTok любое видео, которое вы хотели бы поставить на свой фон. Можете даже загрузить свое собственное видео в TikTok. После этого нажимаем на нужное нам видео и нажимаем на кнопочку «Поделиться» или на три точечки под кнопочкой «Поделиться», если они у вас есть. Листаем в сторону и видим здесь пункт «Установить обои». Нажимаем на него, нажимаем еще раз «Установить обои», «Установить фоновый рисунок», выбираем «Куда». Вот и все. Вот таким вот легчайшим образом мы установили наши анимированные обои. Теперь, если вы удалите приложение TikTok, ничего не произойдет. То бишь TikTok можно удалить, он нам больше не нужен. А вот приложение анимированные обои TikTok удалять нельзя, потому что если мы удалим приложение анимированные обои от TikTok, нам на телефон поставятся самые-самые стандартные обои. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.